Специалисты ЗАО «Зеленстрой» совместно с сотрудниками городской архитектуры разработали схему по озеленению данного участка. Уже произведена разбивка ям, подготовлены места для посадки деревьев и кустарников. 33 лиственных дерева, 71 хвойное и 211 цветущих растений украсят территорию, прилегающую к больнице, установят новые скамейки. В ближайшее время студенты и представители работающей молодежи Анапы проведут субботник. Дано поручение привести территорию в порядок. По поручению главы муниципального образования города Анапы Сергея Павловича Сергеева, нам была задача поставлена произвести работы по созданию дендропроекта на территории детской больницы в городе Анапа. В ближайшее время ЗАО «Зеленстрой» готово поставить посадочный материал собственного питомника для проведения данного вида работ. Начало работы положено, и взялись специалисты с энтузиазмом. Работы по созданию нового сквера планируют завершить к началу лета.